Скажите, а знаете ли вы что-нибудь про гипноз? Вы спите. Вы вернулись? Вы спите. Вы спите. Как ты? Я нормально. Они просто в беду попали. Вы спите. Вы спите. Он бросил нас! Твой папа занимался телекинезом? Он это изучал. Это поп из местной церкви. Нефартовый мужик. Вроде бесов изгоняет. Даша, мозгу есть скрытой способности. У меня не проявились. То, о чем говорит ваша дочь, правда. Она делает, только это не она. Это беда. Это зло. Что за дрянь вы там выкопали? Посмотри на меня. Скажи, где он? Не оставь меня, Господи.